doesn't matter to me, 'cause I'm keeping my track. Доброе утро всем! Всем привет! Я смотрю, что вы Джаре там через забор соседнего пса не атаковала. Джаре такая двора ходит. Королева двора. В общем, сегодня следующий день. Сейчас следующий день. Мы тут решили покушать. У нас такой завтрак на фоне гор. Вот все, кто думает, что наши видео такие прям как сказка, и мы там какие-то сказки рассказываем, мы просто делаем эту сказку вокруг нас, и мы очень позитивные ребята. А я сегодня проснулась, мы сегодня проснулись 6:30 утра, и пошли гулять туда к коровам, пофоткали немножко, вот я прям так была рада немножко фотографировать. Туман, поля. Наш помощник прислал нам видос. Денис, привет. И мы сидим вот, кушаем и смотрим наш очередной влог, который скоро выйдет на канал. Да. Убери сурок. Да, блин, ну что, я все время так сырой сидела, серьезно, видом. Было бы, конечно, классно, если бы мы ездили в поездку, прям сразу были бы у нас видосы, но немножко так с опозданием выкладываем, но ничего страшного. Ну, это просто невозможно, да. Кстати, по поводу Джариного колпака, все спрашивают. Джаре 3,5 недели назад, у Джари была операция на лапе, врезали мы ей, ну, такой нарост между пальцев, и лапа очень долго заживает, и Джаре сказали, что лизать нельзя. Вот, а чтобы собака не лизала, надевает вот такой колпак. Ну, соответственно, когда мы с ней гуляем, мы колпак снимаем, когда она под моим надзором находится, но когда она просто так гуляет, мы одеваем колпак, ну, дома гуляет, чтобы она, в общем, лапу не лизала. Она умудряется в нем еще собирать еду, пить воду, сдать мне ноги. Она забирается на кровать даже в нем. Чувствует себя вполне полноценной собакой. Наша хозяйка дала нам такие вот карточки. Они были запечатаны вот в этой вот бумажке. Вообще так интересно сделано. Такие именные карты. Здесь написаны наши имена, штрих-код. И вот такая вот книжечка с пояснениями. В общем, суть в том, что эти карточки... Карточки гостей дают определенные скидки на разные объекты. Тут много объектов, больше 30, которые можно посетить. И эти карточки дают скидки, ну, по-моему, 50%, местами просто какую-то сумму. Первый объект – Кроссглокнер, Хохальпенштрассе. Это то, куда мы сейчас поедем. Поехали! Наш ключик. Мы живем в Маргаритке. Вот наш отельчик. Скоро мы вам его покажем. Чуть попозже. Все сложено. Мы готовы к Кроссглокнеру. Главное, что погода, надеемся, будет хорошая, потому что такие какие-то дожди отмечаются. Люк он очень в хорошем настроении. Он не в очень хорошем настроении. Он что-то из-за погоды как-то беспокоится, что ли. Ладно, все, погнали. На Кроссглокнер вообще на самом деле лучше ехать прямо с утра. Можно брать с собой какие-то бутерброды, чтобы устроить там пикник. Мы поехали сейчас время 12:30, и Илье сегодня вести тренинг в 7 часов и гулять с Джаре, поэтому мы вернемся пораньше. В общем, не знаю, как из этого все получится, очень быстро будем. И надеюсь, с Люком тоже получится. Там такой характер, то что вы едете, останавливаетесь, выходите, смотрите, фотографируете, едете дальше и так всю дорогу. Есть какие-то кафе, музеи по дороге. Вот, поэтому не знаю, насколько это удобно с маленьким ребенком. Постоянно как бы выходить из машины, да, особенно если он не спит, его надо брать с собой. В общем, ну посмотрим что-нибудь да посмотрим, пофотографируем, кофе попьем. Achtung, Schweiz 9, Automatik научный дыхан, делать. Видишь, они говорят так же, как и я. Ребята, нам так подвезло, я не знаю, как это назвать. Короче, по вот этим карточкам нам полностью бесплатно дорога это вышла. То есть мы сэкономили 35 евро. Хозяйка сказала, что первая достопримечательность будет бесплатно, а по остальным будет 50%. Но я почему-то думал, что к Кроссглокнеру это не относится, потому что он слишком дорогой. Ну, здорово. Да, мы думали, что какая-то скидка просто будет.
Офигеть! Круто. Вот. Добро пожаловать! Мы едем туда, и у нас нет курток, поэтому будем все смотреть из машины, судя по всему. Неправда. Ну ты смотри! Нормально все. Я вам кратко сейчас покажу. То есть, вот открывается вид, и мы прям такое увидим. И тут такие горы. Там будет... Чего там что-то? В общем, про музеи. Музеи. Сама по себе дорога очень живописная. И там есть такие ракурсы и на саму дорогу, и на горы, и на поля. В общем, и знаменитость этих гор — это вот эти вот... Как эти животные называются? Мармоты? Суслики? Я не знаю. Их можно покормить. У нас сегодня еще тест, потому что вот у меня там футболка и кофта. Это все, что у меня есть из теплой одежды. Но там есть еще джинсовая курточка, если совсем будет холодно. Посмотрим, я не думаю, что будет холодно очень сильно. Снег вот там совсем наверху. А на солнце очень тепло. Вот это вот гора Хохидок называется. 3348 метров. Где она? В облаке. Бушка скрылась. Не, ну заметь, очень мало уже снега. Мы, кстати, вставим фотографии с зимы, когда мы здесь были, для сравнения. Без шапочки Люку тут по-любому не обойтись. У него вот есть шапочка, она ему маленькая уже почти. Так что, что я делаю, это ее растягиваю. Если уж она мне налезла, она ему точно налезет. Да, немножко истории. Я, правда, читал очень давно, но попытаюсь так восстановить. По-моему, в 20-х или 30-х годах 20 века эта дорога была построена. Она с самого начала планировалась как туристическая. Тогда в Австрии еще был кризис, но все-таки денег они нашли. За несколько лет эту дорогу построили. И буквально с первых же лет эксплуатации она начала приносить очень существенный доход, гораздо больше запланированного. Ну и, в общем-то, ее вот до сих пор поддерживают, ремонтируют, расчищают. Открыта она только летом, зимой ее полностью закрывают, потому что она здесь... Она с мая по октябрь. Да, здесь выпадает несколько метров снега, что-то 8, что ли, метров, и, соответственно, его расчищать просто абсолютно нереально. Бывает, мы когда здесь были вот перед закрытием в октябре, бывают какие-то участки дороги вообще могут закрывать, потому что они уже становятся опасными. Вот такая вот дорога. Водопад называется «Водопад энергии». Душ энергии. То есть можно искупаться. Shower of energy. Немножко сценок из «Игры престолов». Зима близко. Нужно готовиться. Укреплять стену. Припарковались мы на парковке. Какие-то работы идут. Сейчас пойдем туда. Так вот мы зашли в столовую. Но это больше как столовая, чем ресторан. Нашли что-то без мяса, хотя в Австрии это сложно. Эй, привет, кто у нас проснулся? Мы взяли два салатика, два кофе, два штруделя. И сейчас еще принесут рыбку с картошечкой. И скажи, сколько все это вышло? Получилось 67 евро, по-моему. Офигеть. Первый раз ем в столовке за 67 евро. Это потому, что мы едим на самом верху, в самом конце дороги. Мне кажется, здесь самый высокий цен. Это для тех, кто не нашел мармотов. Можно их кормить прямо здесь. Так ты не видел, тут еще вот какие есть варианты. Вот это более, знаешь, реалистическое. Да-да-да. Ты помнишь прикольный факт, что здесь на горе 2500 метров, да, можно очень круто и очень быстро сгореть. Я сейчас стою здесь, смотрю вниз, и особенность в том, что внизу нет таких объектов, по которым бы можно было бы судить, насколько это высоко. Но если присмотреться, вон там идет человек, видите, впечатляет. 5 евро стоит спуститься. Пойдем попробуем. Я бы спустился, мне интересно снизу посмотреть на все это. Оказывается, последний рейс в 4 часа, поэтому мы не успели. Да, и там еще семья была, они такие, вот-вот, давайте, вот, нас много, еще хотим кататься. Говорит, все, закрыто. У вас рейсом все четко. Вообще четко. Не везет нам с мармотами, тогда мы были в прошлый раз, мармоты легли спать, мы их не увидели. Сейчас мармоты есть,
закрыли кабинку, да, мы к ним спустились. Можно там поискать мармотов у того музея. Нам уже ехать надо. Мармотов! Мармот! Вон он, вон он! Классная мухонорка! И заметка на будущее. Нужно приезжать раньше, потому что в 4 часа большинство объектов закрывается. Вот эта штука тоже закрылась буквально перед нами. Ну и вот мы второй раз выезжаем в где-то 11:30-12. Ну тогда мы здесь закат встречали. Хотя была зима, темнело раньше. Ну да, в общем, ну лучше ехать прям утром рано-рано. Вообще лучше. Кстати, на целый день сейчас ехать. Он открывается в 6 часов, а летом, после какого-то июня, он будет открываться в 5 часов. А, да? Можно будет в 5 часов уже сюда приезжать и здесь встречать рассвет. И мне кажется, это того стоит, это очень круто. Очень много здесь еще осталось всего интересного. Что-то мы в прошлый раз посетили, что-то мы еще в другой раз посетим. Ну, на этом, наверное, стоит попрощаться, потому что камера садится, и нам надо ехать домой. Мне еще вести тренинг, и надо еще добраться до дома. Обязательно, в общем, еще раз сюда приедем, и когда Люк уже подрастет, чтобы он что-то тоже запомнил. Очень классная трасса, стоит сюда приезжать, и, в общем, каждый раз что-то искать новое и быть в восторге видов. Да, здесь еще можно и по горам походить. Ну ладно, всем пока, ставьте пальчики вверх этому влогу, если он вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, и до новых встреч. Всем пока. Видели в музее это напоминание: тебя дома ждет Джари. Гулять, правда. Тут есть еще вот такой какой-то объект непонятный. Написано туннель 6. Похоже, это тоже музейный объект. Всякое оборудование.